отстреливать револьвер под патрон Фабера. Фирма Экол, модель называется Питон, 2,5 дюйма. Сам револьвер укомплектован вот таким вот кейсом пластмассовым. Револьвер имеет окрас титан. По руке ложится довольно неплохо. Для того, чтобы отбросить барабан, мы фиксатор барабана направляем в сторону барабана и отбрасываем его в сторону. Барабан имеет 9 камор, гильзовыбрасыватель. Начальная скорость у револьвера идет порядком 150 метров на секунду. Данный револьвер это идет аналог Экола Вайпера, Экола Майора. То есть по-хорошему это все один и тот же револьвер, просто идут разные надписи на стволе. В данном случае это Экол Питон, 2,5 дюйма ствол. Купить такой револьвер вы можете у нас в интернет-магазине feelinggun.com.ua. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.